Мы с вами живем в прекраснейшее, в удивительное, в изумительное время. Время интернета, время социальных сетей. Время, когда ты получаешь любую информацию, просто набрав пару слов на клавиатуре и кликнув на пару ссылок. Но даже в такое время мы умудряемся быть мудаканами и дебилами. Пытаемся испортить настроение людям, которых, возможно, даже и не знаем. Ну и которые не знают вас. У вас есть такие друзья, которые после того, как расстались с любимым человеком, будь то мальчик или девочка, начинают ныть вам, рассказывать: ой, нам было так хорошо, нам было так прекрасно. Мы даже пальцами не еблись, насколько нам было хорошо. Нам хватало просто смотреть друг другу в глаза и говорить: о, ты океан, о, ты ветер. Нет, в принципе, это нормально. Ведь человек после разрыва, после потери домашнего питомца или после того, как выбрасывает свой костюм за 75 тысяч, он расстраивается. Ну, человеку привыкаешь так же, как к хорошей, дорогой вещи. И это нормально, что он будет вечерами сидеть у тебя на кухне, пить и говорить тебе, как ему нехорошо. Но у вас есть такие друзья, которые после этого идут в социальные сети, удаляют все свои фотографии с тем человеком, с которым они были, и пишут статусы. Статусы, сука, они пишут. Раньше у них было написано: о, я люблю эти океаны, я люблю жизнь, весна пришла. А теперь предательство, 4,5 года на смарку, а как же дети, развод, раздел, куда деваться. Жизнь говно, погода говно, и никто меня не почешет. И вот зачем вы так делаете? Когда я утром просыпаюсь и обновляю новости, я хочу видеть информацию, потому что соцсети в принципе должны быть как информация. Там мы должны делиться музыкой, видео и информацией. Мне не нужны твои нытичевские, не знаю как это даже сказать, твои слюнявые статусы в моей новостной ленте. Неужто ты думаешь, что я утром просыпаюсь и думаю: блин, что бы мне сделать, подрочить или посмотреть еще один статус о том, как тебя бросили? Очень интересно. Третий вариант. Пойду посру на все на это. Войду в онлайн и прям буду гадить на свой телефон. Настолько мне это отвратительно. Ужасное никчемное поколение нытиков, полупидоров. Опять же, твоя информация о том, что ты расстроен, она мне ничего не даст. Вот если ты напишешь: кокаин всего за 350 рублей у Геннадия Андреевича, который живет на улице Рокоссовского, в доме 7, квартира 17. О, я полечу туда, как муха на мед. Вот эта информация мне важна, вот это мне интересно. А то, что ты расстался, ну, ты мудак, ну или она мудак. Хотя, скорее всего, вы оба мудаки, потому что вы люди, а мы люди мудаки. Пора привыкать к этому. Жизнь не для всех. Так что, заткнись и уёбывай. А еще появилась такая мода в тех же самых соцсетях. Я тут замечал, что такой-то удалил свою страницу с таким-то комментарием. Такие-то пожалеют о том, что я удалил страницу. Ах ты ж батюшки! Ах ты ж батюшки! Они же, наверное, все свои деньги вкладывали в твою страницу. Они не вкладывали в акции Газпрома или Лукойла. Или в золото. Или в китайскую недвижимость. Нет! Они вкладывали все свои бабки тебе. На твою страницу ты удалил, и все, крах. Они пойдут по миру. Они будут жрать только бородавки со своих гениталий. Они не смогут осознать существование свое. Будут жрать говно, и жрать говно не только свое, и других людей. Господи, да ты Господь Бог! Ты смог изменить удалением страницы жизнь людей. Потом проходит пару месяцев, и ты возвращаешься с какими-нибудь: так приятно вернуться, я люблю своих друзей, но и тех. Ведь они по миру пошли, говно теперь жрут, нахер мне такие друзья? Печальное, убогое поколение. И мы растрачиваем это время. Время, когда
Мы можем лететь и звонить тем, кто под землей. Когда мы можем ехать со скоростью 400 км в час. Когда мы, обладая определенным статусом, можем сбивать старушку, и нам за это ничего не будет. Прекрасное время. И мы его так просираем. Так просираем.